Телеканал «Дождь» и проект «Майлдберри» представляют курс лекций «Inspiration» – «Вдохновение». Каждую субботу у нас в гостях известные люди, чей успех заслуживает внимания. Они рассказывают о важном. В эту субботу сразу две чайные лекции и одно чайное кино. В 14:00 легенда мирового чайного сообщества, консультант китайского чайного объединения, судья национальных тайваньских соревнований по искусству заваривания чая, мастер Кунг, расскажет не только о том, как управлять вкусом чая, но и объяснит, на что обратить внимание при выборе и приготовлении напитка. И о том, как правильно пить чай, что и чем чувствовать. А в 15:40 узнаем, бывает ли чай со вкусом кофе. Почему один чай бодрит, а другой успокаивает. И когда в чай нужно добавлять молоко. Об этом лекция мастера чайного действа, преподавателя школы чая Сергея Андреева. И в завершении лекции в 16:20 смотрите документальный фильм «История чая». 15 октября в прямом эфире. Лекции на дожде. Записаться на лекции можно на нашем сайте tvrain.ru и на странице «Дождя» в Фейсбуке.